Я уже в процессе А, то есть поиска. мы в бета летим сейчас, да? Да. В рандомный бета. Рандомный. Не махайтесь оружием, это будет эту женщину с агрим. Я пока в скайпе отвечу, что я снимаю. Так, отлично, отлично, Серега. Летим. У нас такой обустроенный корабль, даже немного смешно, я бы сказал, потому что здесь есть и книжные полки, и камины, и печки, и этот пряжный станок, и даже золотой сортир. Золотой сортир — это изюминка. Да. Кстати, мне кажется, твою кровать нужно перенести. Вот Да. туда вот, вот сюда вот. Будешь в машинном отделении спать. Чего это вдруг? Рядом с толчком. Это вроде мой корабль пока еще. Что, спускаемся? Так, я появился. Я ж тебя прогоню за такие слова. Ты же знаешь, что я обидчивый. Ноу! Серега! Че, куда налево, направо? Мне кажется, направо, там возвышенность. Пошли на возвышенность. А то мы все время с тобой ходим налево, все время мою женщину ты налево уводишь, Серега. Негодяй. Это монстр. Ты че? Я вижу, что это монстр. Бронза. О, золото. Как ты его увидел? Я просто, когда закапываюсь, абсолютно случайные стороны попаю. Половина ресурсов так находится. Прекрасно. Факел ставь. Не-не, у меня есть идеи лучше. Сразу не поставь. Свет, конечно, ужасен, но зато бесплатен. Зато непонятно, руда это или камень. Да, думаю, руда. Я тебе даже больше скажу, это железо. Все, так быстро. Еще один. Это все камень. А вот слева руда. Не камень, это лед. Там лава, нет? А погоди, зачем мы копаемся вниз, я не могу понять. Почему нет? Мы еще ни разу не копались. Ой, что это за вода? В смысле? Вода обычная. Буди-бу-бу. И 4 ресурсы. Мы еще не копались. Ты хочешь до ядра земли лейти? Да нет, просто когда снег закончится, начнется что-нибудь подвержу, пойдем обратно наверх. Или в бок. Просто это хороший способ ресурсов найти. Потому что здесь куча снега, и как бы он выкапывается легко, ты поэтому, да? Да. Ну да, в принципе, там я с тобой согласен. Песок тоже выкапывается легко. Но снег быстрее. Так. Отлично. Ну ладно, здесь, наверное, поставлю на паузу, пока мы с тобой покопаемся, чтобы, ну знаешь, лишнее не записывать, зрителям будет неинтересно, ты сам в курсе. Ребят, вернемся через пару секунд, когда уже доделаем всю грязную работу. Боже мой, ребята, у нас тут экстренная ситуация, врываемся просто с мест событий, тут напали на нас, просто уничтожают первые встречные монстры. Боже мой, у меня перс спрыгнул сам, что делать, Серега? Нет, 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 не подходи ко мне, не подходи ко мне, белый бомж. А Серега покупает серебро. Серега, ты где? Я убил его. Ты сам прекрасно справляешься, по-моему, только кричишь много. Потому что он меня с одного удара, там почти всю ХП вынес, ты чё? Ну, я тебя, по-моему, предупреждал, нет? Не, ну понятно, дева, понятно, но все равно здесь очень много ресурсов, как бы нам здесь выгодно быть. И грибные блоки, господи, нет, ресурсов на самом деле немного, их столько же, сколько и там было. Не, ну в Альфе их все равно меньше всего, честно. Да нифига подобного. В каждом новом секторе ресурсов больше. Нет, в каждом новом секторе ресурсы новые. То есть тут больше будет серебра, допустим. Ну вот. Железо вон здесь. А, ты специально к нему решил так подкопаться? Ну так а что с потолка-то? Почему бы нет? Ну, как-то это неправильно. Не по-людски. А мы с тобой все-таки люди. Одинаковая раса, понимаешь, что? Там он еще сверху железо. Что-то здесь прям много железа дается, чувак. Вообще просто куча. Ого. И бронза. Смотрите, грязь ресурсов больше, чем в Альфе. Скажи, что просто повезло, жило там, да? Ну, конечно. А что, нет, не повезло? Ну, повезло, конечно.
Кстати, кажется ли уже пора сделать золотые кирки и, может быть, даже платиновые? Может быть, даже на платиновые не хватит, по-моему. Сколько нужно на платиновые платины? 8. У нас есть около 8. Около 8. Не 8 же. Ну вот, там еще у нас руда платиновая есть. Так, руду, по-моему, я всю уже переплавил, которая была. Так, у меня написано, что Moonlight зашел в игру. Да ладно, где написано? Ну, всплыло оповещение Стима, что он играет в Starbound сейчас. Так что? А, ну он зашел на копию. Все свои копии игры, кстати, раздал. Одна у Владика, одна у тебя, одна у Муна. Молодец. Видишь, какой щедряк. Да. Щедрюк. У тебя новогодние конкурсы-то были какие-нибудь? Да, ты че, я просто так на халяву, без всяких подписок и всего остального, разыграл 10 игр в Стиме, там, на около 2000 рублей. Вообще не нужно было ничего делать, только оставить комментарий со своим Стимом и все. Я подумал, почему бы нет, все-таки Новый год людей, люди хотят Дед Мороза. Я, конечно, не Дед Мороз. Дед Передос. Дед Мастер. Сильвер, серебро. Дед Пердед. О, иди сюда, смотри, здесь что нашел, Серега. Что нашел? Подожди секунду. Я факел убежал. Я нашел проблем нам, Серега, проблем! Я вижу я. Ну, мы что-то быстро справимся. Нам нужны новые пушки. Ты предлагаешь полетать по планетам, найти планету, в которой продают новые пушки и купить их? Да, продают те пушки. Смотри, алмазы! О, господи, я сейчас умру. Save me. Чувак, тут куча алмазов! Я умер. Спасибо. Но я не думал, что ты умрешь. Я сказал, я сейчас умру. Ты сказал, о, куча алмазов! Ну, прости, дружище, просто тут реально куча алмазов. Ну копай. О, там снеговик на поверхности. Прикольно. Тут очень много алмазов. Думаю, тут нам хватит на две алмазные кирки. Там нужна платина. Тут капец, дофига алмазов, дружище. А просто алмазные. А ты говорил гамма сек. Не, все-таки в бета-секторе дофигища. Я столько алмазов обычно альфа не находил. Хотя я прокапывал наш мир с ног сверху и донизу. Но мне кажется, это планета с кучей ресурсов, слышишь? Угу. Спускаешься ко мне? Я тут нашел кладезь серебра. Ты не помнишь, в какую сторону мы шли направо? Слушай, знаешь, что я думаю? Может, скрафтим хранилище пикселей и будем все наши пиксели хранить в одной этой? Их пока нельзя скрафтить. Почему? Там же есть этот пиксель-компрессор. Ну, так он, по-моему, только с гамма-сектора и доступен. Нет, он раньше доступен. Его можно купить на принтере за 1500, тогда не обязательно крафтить. Я про это и говорю. Мы сейчас потратим сейчас 1500, да, но зато если будем умирать, у нас все пиксели будут на базе храниться. Как тебе такая идея? Я же сказал, нормально, только я... Ты не помнишь, в какую сторону мы шли, направо или направо? Направо. Я уже нашел наш туннель. Вот аккуратно, здесь очень много мобов заспавнилось, я, кажется, вижу либо серебро, либо платину, потому что они есть одинаковые, я не могу определить, что именно. А я предлагаю сейчас сделать паузу, добавить Муна в конфу и уже продолжить с того места, когда он к нам присоединится. Хорошо. Тогда я ставлю паузу. Ребята, сейчас увидим. Ну что ж, ребята, мы в принципе вернулись, и с нами новый член команды, Moonlight. Поздоровайся со всеми. Всем привет. Вот, он выбрал петушка, женщину, значит, куру. На, день. Да, прикройся, то есть, неважно. Так, Мун, на, возьми, короче, топор, он поджигает, даст тебе согреться на этой планете. На, вот тебе пожрать помидорок. Помидорок. Я не знаю, что бы мы ему надо еще кирку ему сделать. А, давай сделаем ему кирку, а нам апгрейдим кирки до золотых. Так, у нас серебряная... А, вот у меня есть, скинь мне кирку. Давай туда. Я сейчас кирку скину и руду, которая у меня есть. Вот те кирка, вот еще руда, которая есть. Золотая вот руда. Серебряная руда где-то была. Погоди, Серега, сейчас вот... Ой, железная вообще дофига, почти 200. Мне падает. А, да, это... Ема. Так. Отдай, блин, Сереге. Предметы так выкидываются просто на несколько метров вперед. Ну, просто все это виртуозы. Так, у нас золота довольно-таки мало. Я тебе кинул золото вон. А не, вот, наверное, хватит. А вот серебра, смотри, еще 22 штуки, Серега, бери. Так, уголь весь не прибавляем, пока я скину в сундук тогда уголь. Вот в этот. Вот у нас мы вот так, этот сундук. Знаешь, который... что? У меня не хватит, чтобы кирки загрейдить этого пикселей. У меня только на одну хватит. Одну грейди, вторую давай мне, все ресурсы на нее я загрейджу, потом... Только почини мою кирку. Да, я уже починил, вот она валяется. И скрафти тогда еще Муну кирку.
Так, так, окей, дай мне тогда все на крафтмуну кирку, пока я апгрейджу свою. Подожди, я рейжу свою. Так, где так, ты в этой наковальне грейдишь? Золото держи. Давай. Эй, это моя постель. Голд, ты мне дал голд? Каким-то горящим помелом выгнал меня. Так, вот, я крафчу себе золотую кирку. Так, типа, а, там 0 пикселей нужно за золотую кирку. Разве? Да. Ну, у меня 400 сняло. А, лол, у меня написано 0, сняло 400 тоже. Так, окей, у меня есть золотая кирка. Так, муну что скрафтить? Ты не дал ресурсы на мунускую кирку? Так, а там серебро... Там металл смеется на заднем плане. Я слышал его палево такое. Возьми вот в этом с ресурсами. Потом сундуки с ресурсами, что там взять надо, нужно железо, да? Нет, там сначала идет копер, потом идет серебряное уже сразу. Купер, сильвер, а стоун у тебя есть? Да, вроде. А нет, доски нужны, вроде. А, кстати, мун вот этого вот NPC, его не бей. Да, а его, ой, главное его не убить, а то он если умрет, то мы потеряем NPC. Но видишь, пока он дремлет здесь, отдыхает. Серега, мне знаешь, что нужно? Мне нужно дерево, дай мне wooden planks'ов. Wooden planks? Я тебе могу просто дерево дать. Ну, давай дерево. А вот wooden planks сделать 500 штук. Сделал 500 штук, отлично. Ну, чтоб не тратить потом время зря. Так, stone pickaxe крафчу. Отлично, stone pickaxe съест. Теперь захожу вот это в наковальню, крафчу... муну куперовскую пикаксу, и теперь ему что нужно, серебряную, да? Вот сильвер вижу пикакс, и на голден пикакс уже не хватает, 2 бара. Давай хотя бы серебряную. Так, мун, давай, сейчас тебе дам твою серебряную кирку, вот, бери, она хорошая, она здесь нормально тащит. Так, ну что, давайте тогда спускаемся на планету и... Подожди еще секунду, я хочу сделать факелов. Да, побольше факелов, ну, я стимпаки, пожалуй, скину. Вот смотри, мун, смотри, как у нас все сделано. Вот эти вот сундуки у нас с полезными ресурсами, да? Вот этот вот холодильник, туда мы скидываем все стимпаки. Знаешь, что такое стимпак? Да, я играл уже. Да, отлично, он играл в пиратку. Пират. Я тебя ждал. Видите, приходится всем друзьям раздавать игру от души, от чистого сердца. Но мне не жалко, чё. Благотворительность. Так, ну всё. Вы готовы, дети? Мне кажется, мы НПСника разбудили. Да ей пофиг, она просто периодически ложится в кровать зачем-то. Ну да, кстати, да, знаешь, чё, Мун, я тут так подумал, тебе понадобится еды, вот возьми, я тебе дам сейчас еды. Ты ему давал вроде еды. Я ему дал две помидорки, ему может не хватить. У нас просто есть ферма, плантация на первой планете, а где, кстати, я кукурузу только что выкидал, а вот она. Бери. Вот. Так, а, погоди, алмазы, скину сундук, чуть-чуть алмазы не забыл скинуть. Смотри, сколько нарыл их, Серега, оп! Ну, нормально, но, по-моему, даже на одну кирку этого не хватит. Так, давай я тогда сейчас 1500 потрачу, чтобы купить это хранилище пикселей. Посмотри. А, я не могу, я же не могу ее купить, у меня там апгрейда нет карты. Подожди, а у меня, думаешь, есть? А, да, у меня есть. У тебя есть, потому что ты апгрейднул карту-то. А что нужно, да, чтобы ее скрафтить? Там вроде еще 5 железа нужно. Да, 5 железа и 450 пикселей. А, да, мне не хватит уже на нее. Да ладно, забей, я потом куплю куда. Хорошо, ребят, погнали тогда, все, War to Planet делаем. Сейчас там уже ночь должна быть, но нас-то не... А, нет, смотри, уже посветлело, здесь как-то быстрый цикл дня идет, Серега. Тут на некоторых планетах, видимо, разная длительность. Ну, видимо, да, тут все рандомно генерируется, кроме самих планет. Так, можно. Тут можно уже безопасно падать. Ну как безопасно? Ну почти безопасно. Так, там, по-моему. Может... Серега, аккуратно! Тут... Главное не выпади ему. Металл. Он очень жесткий. Я поджег его, видно. Все отлично. Они, кстати, заметьте, они хоть сильнее стали атаковать, но при этом они все равно такие же слабые по хпшке. Нифига подобного, я вот этим вот молотком ваншотал в той галактике. А, меч убьют, Серега! А вы чё, без брони деретесь, что ли? Да, у нас плохая. Здесь просто видишь, в этом секторе лучше добываются ресурсы, но при этом здесь очень жесткие мобы. Но так как нам нужна хорошая броня. Ты зря его, наверное, ударил. А так он сагрился на меня и так вроде. Да ерунда, они же быстро умирают. Слушай, у тебя у молота сколько урона? 14 и поджигание. 21, ДПС вот. 14. У Муна просто дофига ударил один раз прям в душу. Бабах. Так, посвети, нет, не мне? Сюда. Не сюда, вниз нам надо. Посвети, я хочу на мобе проверить. Да, два удара. Ой, я выбил какую-то штуку. Изи. Короче. Там дальше вниз.
Так, чуваки, без меня не уходите. Платформ уже не будет, так что аккуратней. Да, тут дальше мы уже экспериментировали, поэтому аккуратнее с платформами. Но ты их поставь, Серега, на пути, чтобы были воды. Подожди, у меня кирка в другой слот переехала. А чё так? Не, да я просто... Грибочек я вижу. Так, давайте за нами закроем слот, всё, там сверху мобы падают иногда. Не-не-не. Да потом если что сделаем, потом откроем, когда обратно пойдем. Так, сейчас аккуратно, сейчас будем огораживаться от монстров, потому что... О, там угли есть, вот здесь угли есть, смотри. А, это один уголек. Так, давай я буду тогда огораживать, а вы мне кто-нибудь светите, пожалуйста? Как в террарии. Вы что хотите, до ядра что ли докопаться? Нет, мы хотим ресурсы подобывать. Тут их видишь, много было, в всяком случае. Сейчас ой-ой-ой, не бегите за мной, я спас. Все, давайте разделимся. Куда ты упал-то? Там монстры. Так. Тут золото много, кстати, хорошая золотая жила здесь, но здесь монстры меня поджидают. Ой, какая здесь золотая жила. Золотой киркой просто золото добывать. Шли налево. Налево, я вниз упал, может. А ты мобы-то не хочешь убить? Я вот не очень хочу с ними связываться, но давай на свой страх и риск. Да, ребят, вы можете спуститься вниз и спасти меня, по сути. Спасти? От кого? От мобов. До два удара мобам надо. О, да, тут три моба, одного вот вы сейчас убили, короче, вот этот, который горит. Тут еще. Ой, Мунт, ты прямо экстремалист! Он вообще просто дерется, не жалея сил. Хил, ты ему хил отдал? У меня лагает просто, у меня мобы прыгают, короче. Ну это не лагает, они как битвы. Нет, я имею в виду не их прыжок, а как ТП, знаешь, ну фризы, короче, мобы. Странно у нас вроде. То есть он то сверху, то снизу вот так. У меня все нормально. Хотя, кстати, знаешь, ну, наоборот, у тебя должно быть все хорошо, потому что намного лучше, чем у Сереги, потому что мы-то с тобой бас Перми, у нас твой пермский провайдер, и в плане интернета здесь должно быть все хорошо, значит, у тебя комп уже не тянет. Да, конечно. У него комп-то должен. Как, да. Как у тебя этот комп может не тянуть? С интернетом все должно быть нормально. Причем тут комп? Возможно, и надо просто. А, так, Doom.ru, у нас с тобой локалка, у тебя должно быть здесь. Ну, а что, у нас Doom.ru не лагает? По-моему, Doom.ru самый лагающий интернет. Да, у меня, ну, у меня самый дорогой, это 100 мегабит. Да, ерунда, это все. Ну да, я знаю. А не знаешь, как 100 мегабит определяют у себя? По этому, по локальному хосту. То есть я когда с ними разбирался, из-за того, что я спрашивал, почему я, например, стримлю на Ютубе, да, а у меня отдача идет до Москвы 2 метра, и то не всегда. Хотя у меня самый дорогой интернет за 100 мегабит. Знаешь, что они мне сказали? Проверьте, у нас есть кнопочка на сайте, проверка интернета. Знаете, вот этот сайт SpeedTest, да, который проверяет скорость? Вот, он проверяет на их локальную машину, соединение идет, которая в Перми стоит. То есть, по сути, локалку проверяет. Я делаю до Перми, опять же, просто проверку через этот же сайт, но не до их машины. И знаете, что получается? Получается, что... Нифига, не 100 мегабит. Да блин, давайте пропингуем свой стул. У нас все будет хорошо. Успешные люди. Вот, а мне всего лишь нужно отдачу хорошую, ну, не знаю, до 10 мегабит вообще было бы шикарно. И в итоге получается, что отдачи нет, ну, как, а знаете, она там есть, да, но она нестабильная, она, то есть, бывает там, резко у нее рывки, она рывками идет. Ой, знаешь, вообще, в последнее время у меня тоже она точно так же лагает, он может резко опуститься там ниже мегабита, вся скорость приема отдачи, потом поднимается до нормальных. Почему видимо, на Украине, Рост... ребят, нормально? У Ростелекома какие-то проблемы, по-моему, сейчас с интернетом. Я тебе вот что скажу, почему у украинцев все окей? Езжай в Украину, чё. Вот я уже и думал, чтобы стримить, я вот посмотрел все стримеры украинские, у них вообще все хорошо, у русских стримеров постоянно какие-то проблемы. Ну только у тех, у кого все вообще подорого, все в Москве, которые живут, у них все окей. Так, я хочу вот это вот железо, которое там. Копнуть? Да. Да я копну. Че, запрыгнуть не можете? Такой хитрюга. Хитрюга, я просто запрыгну. Ладно, он сам выкопает уже. Ставим факел, монстры здесь не спутят. Там вон серебро я вижу еще. Серебро и платина. О, смотри, какое озеро огромное. Сплаваем? Там ничего нету, я сплавал только что. Хорошо, что тут персонаж плавать умеет, а не как в террарии. Ну, ой, в террарии да. Можно эти ласты. Ну, в террарии надо артефакты одевать, и все равно. Да, а тут, видишь, еще Мун, если ты не заморачивался, не смотрел, тут есть такая штука, то что разные классы, они дают разные бонусы. Ты заморачивался на эту тему, нет? Ну, я слышал что-то, что я могу парить, например. Духе. Вот, а гидра умеет плавать там и так далее. У меня факелы закончились, Серега, ты накрафтил, скинь парочку. Да, у меня 84 штуки еще. Вот. 84 штуки? Да, шли, пошли выйдем. Дай факелы, ну. Пошли выйдем. О, ты куда их кинул-то, ё-мо? Давай, челлендж. Челлендж, мистер Челлендж.
Так, а чё, сможешь? Давайте не вверх, давайте лучше, или чё, а нет, да, давайте вверх, потому что здесь пошла эта уже каменистая порода, мы будем долго копать. Так. А вы не хотите по поверхности пробежаться? Ну вот, да, вот как раз таки по поверхности не хотим. Вот на самом деле хотим. Так, я бы с удовольствием пробежался, там можно еще поискать всяких... Ты меня застрял, Серега. Ништяковых локаций. Я тебя застрял? Отличная фраза. Понимаете, да, мы можем найти ништяковых локаций, просто на сундук, поверхности будут... О, сундук, я вижу будут... сундук. На поверхности будут мобы! Мобы будут, вот такие вот. Да не кричи ты, ну так. Просто посмотрите. Он вечно орёт, чё. Это режим... О, там яблочный пирог был, лол. Ну-ка. Золото. О, давайте ресурсы копнем, ребята. Просто видишь, на поверхности будут мобы нам сейчас пока... А, тут мобов нету, типа. Не, ну тут мы можем их кайтить. Не, вы можете мобов на меня оставить. О, алмазы. Аккуратнее, сверху лужится яда. Неприятная штука. Так, закрой я. Ну просто не ходите туда, там ничего нет толкового. Все, закрыто. Уголь, и это я копну сам. Вдвоем быстрее, дружище. Серёга, ты углубился? Да я, как обычно, ставлю. Вот здесь еще есть ресурсы, видишь, сверху. Угу. Давай подкопнем. И вот это вот заделаем. О, у меня тут большая железная жила, кстати говоря. Это такой тимплей перил, да? Mm-hmm. Вместе просто. Там что, сверху тоже железо есть? Там, да, железо немного. Серебро и еще. Ой, вы причем немало. Кстати, это может быть платина. Тут, знаете, знаешь, чем фишка? Тут серебро от платины вообще ничем не отличается. По внешнему виду? Да. Платина вроде чуть-чуть серее, нет? Да мы уже эту тему раздували, Серега, в итоге поняли, что это бесполезно раздувать. Это ты что-то раздувал про то, что они отличаются, я тебе сразу сказал, что они не отличаются. Так, потому что я хотел узнать, может, все-таки все-таки уголь выкопаем, уголь здесь самый ценный ресурс для нас сначала. Ну, можно дерево нарубить, его в уголь сделать. Не сначала довольно ценный. Погоди, дерево можно в уголь здесь сделать? Да, ты не знал, что ли? 10 кусков дерева, один уголек. Закидываешь в печь просто там. Ну, закидываешь. Тысячу, например, у тебя 100 угля. Получается. Серега, так слышишь? Я просто с топором бегал по поверхности, рубил все так, деревья. Так может деревья здесь очень быстро растут, очень быстро. Тут деревья быстро растут, у нас их там уже... Это слаймы, да? По-моему, это грязь. Грязь. Вот смотри, это платина, она в принципе ничем не отличалась. Слаймы, они зеленые. Это платина и серебро вместе было. О, тихо-тихо, тихо-тихо, да, можем упасть себе. Давайте сделаем платформу. О, смотрите. О, фига, смотри, здоровый гриб. Это какой-то данж, ребята. Давайте аккуратненько, оп. Так. Аккуратно, может быть босс. Давайте осветим территорию. Да, оп. Ну какой босс? Да не. Тут мини-боссы не такие страшные. Ты рубить его будешь? А что, вот срубить? У меня есть топор, может его топором срубить? Сруби, с него семена должны выпасть. Какие семена гигантского гриба, короче. Прикольно, так, ребят, готовьтесь, беру топор в руки. Можно раскачкой этого сделать. Грибочки. Видишь, саженец грибов. Да. А к саженцы разве вот этих с мелких не падают тоже? Так этого огромного гриба саженец сыпал. Там просто грибы падают. И что-то еще. Мы сможем теперь выращивать такие грибы. На стероидном поле грибы и жить там. Тогда мы вообще в будущем хотим сделать эти дыхалки и отдыхалки. Тестус, и алюминиевые огурцы. Такая огромная пещера. Тут сбоку еще то ли серебро, то ли платина, ребят, может. Крафтить это... дыхалки и жить на астероидах, это, блин, какое-то извращение. Синий, аккуратнее, там мобы и голубые камни какие-то. Голубые камни? Голубые камни. Это алмазы. Это не алмазы, это... Смотри, это обсидиан уже пошел. Так, знаешь, что сделать надо? Да, ставь мне дырочку для стрельбы. Не, а вы не хотите что-то руками их запилить? Как-то вот... Сколько агрицы? Вот какие синие агрицы, нет? Без понятия, мы их по... Розовые точно агрицы, спасибо. Ну, розовые-то да. Ну, сейчас я все сделаю по-умному, если получится. Блин, Димастер, ты гений. Я сливальщик. Сливаю замес. Сливатор. Серега, мне кажется, сейчас запрыгнет. Сливальщик, сюда. Закрой дырку. Нормально. Он не проберется. Видишь, я все продумал. Ну конечно. Так, ну синий, похоже, не агрец. Не бей его, он не агрец, видишь. Окей. Вроде бы не агрец. Серега! Готовься! Серега! Сливальщику нужна помощь! Да не копай, дайте чертовы! Ты сам прекрасно справишься. Че ты паникуешь каждый раз? Потому что не хочется умирать, потом. Какой паникер, вообще капец. Это, короче. Непонятно, что это. Да, обсидиан. Обсидиан. Да, обсидиан. Там колючки аккуратней. Это что ли? Да. С ней дерево идет. Дерево. Вау.
Вау! Вы что делаете-то? Вау! Он начисляет там тебе стимпак. Два стимпака выкинул, подбирай. Один съешь, другой оставь на всякий случай, у меня еще бинты есть. Не агрится, да? Не агрится! Это другое, это другое. Уже. Другой. Присядь, присядь. Все. Так, ребят, так, я так, знаете что? Пошлите наверх. Давай направо, там еще там серебро было. Послушай, давай справа все-таки сходим, там еще серебро. Направо или налево? Направо. Да не налево, направо. Там серебро было куча, там еще было залежа. Ее достанем заодно и пойдем. Там около гриба. Около гриба. Где гриб был? Мы просто пошли сразу же налево, а там был направо еще путь. Там синяя фигня. Такая, блин, мне новый щит нужен, потому что мой щит текущий не блокирует их атаки вообще почти. Он видишь,